Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 284, алгебра Макарыча, 7 класс. Принадлежат ли точки А с координатами 4, 2, Б с координатами 1, минус 4 и С с координатами 1, 4 графику функции, заданной формулой y равняется 2х минус 6? Укажите две точки, одна из которых принадлежит этому графику, а другая нет. Итак, у нас есть функция, y равняется 2х минус 6. Для того, чтобы узнать, принадлежат ли точки графику функции, необходимо соответствующие координаты точки подставить в эту функцию. Если это точка А с координатами 4, 2, то мы вместо x подставляем 4, вместо y 6. И у нас это уравнение должно превратиться в равенство. То есть 2 равняется 2 умножить на 4 минус 6. Слева и справа двойки, поэтому эта точка принадлежит графику функции. Далее. Точка B имеет координаты 1, минус 4. Значит, подставляем вместо x 1, вместо y минус 4. Минус 4 равняется 2, минус 6. Минус 4 равно минус 4. Точка B также принадлежит графику функции. А вот точка C посмотрим. У нее координаты 1, 4. Это означает, что равенство примет вид. 4 равняется 2 минус 6. 4 не равно минус 4, поэтому точка С графику не принадлежит. Действуя по такой же схеме, можно сказать, что, например, точка К с координатами 5, 4 принадлежит графику функции, а точка М с координатами 3, 4 графику функции не принадлежит.